Школы региона проходят инспектирование перед началом нового учебного года. Сотрудники МЧС России по Белгородской области проверяют соблюдение норм пожарной безопасности, состояние путей эвакуации, электросетей, наличие и рабочее состояние противопожарных систем. В ходе проверок было выявлено около 100 нарушений. К данному моменту они все уже устранены. Сегодня уже подписали 365 школ, готовых полностью к приему детей. Остальные 191 школа еще не подписаны, но они еще не предъявлялись. Еще есть время. 25 числа мы эту работу вот совместно с руководителями этих учреждений образования должны завершить. Что касается городских учебных заведений, то все 47 школ допущены к началу учебного года. На сегодняшний день все школы города и области оснащены современной автоматической системой пожарной сигнализации. Теперь ведется работа по установке системы оповещения. Благодаря им сигнал от объекта, где произошло возгорание, будет посылаться на ближайший диспетчерский пункт пожарной части. Такая система уже установлена более чем в 70% школ области и города. Со следующего учебного года ее наличие станет обязательным.